Сегодня Управление образования города, представители Госпожнадзора инструктировали директоров образовательных учреждений о том, как они должны обеспечить безопасность детей во время новогодних мероприятий. В центре внимания героиня праздника «Елка». Елка новогодняя устанавливается в зале на устойчивое основание, таким образом, чтобы ветки не касались пола, потолка. Электропроводка к новогодней елке, гирлянда, включается через верх, на такой высоте, чтобы невозможно было ее задеть. На елке не должно быть легко воспламеняющихся игрушек, ваты, марли, ну и так далее. Представители администрации школ и детских садов в обязательном порядке должны назначить ответственных за содержание эвакуационных путей огнетушителей. Все прекрасно должны понимать, что вы несете персональную ответственность как руководитель объекта. Работникам образовательных учреждений необходимо максимально уменьшить количество стульев там, где будет проходить мероприятие, так как этот предмет мебели является значительным препятствием при эвакуации. Учителям, воспитателям и родителям следует уделить большое внимание и маскарадному костюму ребенка. Он должен исключать элементы горючих материалов. Посторонних лиц и предметов также не должно быть на территории школ и детских садов. Необходимо исключить из праздничной программы и пиротехнику, ведь безопасность на мероприятии – залог хорошего настроения.